Kirill. Kirill. Шашу, по-быстренькому приглашаем всех на соревнования. Так быстро? Так быстро. По-быстренькому всех приглашаем на соревнования. 7 мая. 10 вроде часов собираются все здесь, в скейт-парке Садовники. 10 утра. 7 мая. Будем рады всех видеть. Вспомним Андрея. И будем классно кататься. Будут призовые вроде. Соревнования большие. Построить фигуры сегодня две. Может быть, успеем снять на них. Если ребята успеют их достроить сегодня, будет жара. А если не успеют, то это будет сюрпризом для всех. Чаепитие, да, как всегда, будут там кухни, наверное, кто-то будет готовить, я только не знаю. Но будут всякие бутербродики там, наверное, как в прошлом году. Вот. Мы не бутербродики покупать, я думаю. Покупать рэп, тему для них. Тему для них. Рэп. Рэп для бутербродиков. В общем, будет жара. Ну, будут одни роллеры. И представляюсь, я Егор Логинов. Из Санкт-Петербурга. Седьмого сентября. Что снимает, блядь, москаль. Пошел лучше строить. Я могу так понять, Начало, точнее. Самый главный персонаж сегодняшнего строительства. Прораб Skaters.ru, который дал мне это на роликах.